Дорогие друзья, всем привет! Мы группа Луми, Сергей и Ирина Ковальски. И сегодня юбилей отмечает замечательная женщина Людмила. Не будем говорить, сколько лет, конечно же, 18! И сегодня мы спешим поздравить с замечательным днем рождения на позитиве. Сережа, Ира, мы готовы. Да. Вперед и с песней. Ира, идем. Время. Мы вас поздравляем с этим замечательным праздником. Просто будьте счастливы, живите в гармонии с собой, и чтобы вас окружали такие же все время добрые, классные, искренние, открытые люди. Happy birthday! Веселый! Слушайте, ну мы, конечно, просто так не уйдем отсюда. Надеюсь, нас не выгонят, да? Сколько человек? 15. Так сразу, это, знаете, как проверка пришла. Сколько человек у вас на день рождения? Я с папочкой. Так, опа. Сейчас все подсчитаем. Ребят, мы хотим, чтобы вы ваш день рождения с вашей веселой компанией станцевали. Вы не против вообще? Мы для этого вас и ждали. Точно! И... Но однажды засияла она в тумане и похитили меня. Я думаю, ты здесь
She's gonna be for my daughter, she got me Вічно мил, чи тупачку вода носи, я без піку тіні не баста, дещо танцю ви бузунарі, а все з війновою цигані, ну ти шапой кумадрі, все з тегава не буде. Спасибо! Ну вы молодцы! Слушайте, с вами так жарко стало. Вам бы тоже согрелись. Ульцина на вас ловит сейчас. Ну мы продолжаем, правда, Сереж? Ребята, меня вот попросили. Помните в 90-х годах, какая была группа? Такая знаменитая. Не, ну русская. Руки вверх! Руки, да, точно! Хорошо, что я ей сказал, дам 100 евро, кто угадает. Не успел. Ребят, давайте вот сейчас поем. Я попури в стиле группы «Руки вверх». Оно в нашем исполнении, как бы в нашей обработке. Так что танцуем, просто танцуем. Помните эту песню? Конечно, нет. Что за песня? А ну. Чужие. Нет. Ну давайте. Я думаю, что вы поможете мне, да? Нет. Не поем. Крошка моя, я по тебе скучаю. Письма не получаю, ты далеко и даже не встречаешь. Но я вернусь, чтоб я далеко, я по тебе скучаю. Я тебя не получаю, ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя. Коронавирус, далеко, далеко.
что я далеко от тебя. Помогай кумедли. Ты обещала написать, рассказать, как живешь. Тебе там сложно. Ты обещала долго ждать, не страдать и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечки от тебя. Не поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря. Может, это было зря? Нет? Поёмки, крошка моя. Я по тебе скучаю. Я тебя не получаю. Ты далеко не скучаю. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя. Но теперь песня для вас и... Просто моя, я по тебе скучаю. И целую меня везде. Мы вместе не уснем. Заменяли скорее, но сюда зима спокойнее. И целую меня везде. По 17 я уже. Поёт. Увозила снова. Сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, собрала всех своих подружек. Ну а как же я? Ведь девушка не у тебя. Знаю, ты меня не забудешь. Я приду, меня зацелуешь. Ну поцелуй твоих мне мало. Я хочу, чтоб гости все сказали: забирай меня скорей, увози на стомаре. И целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози на стомаре. И целуй меня везде, ты же взрослая уже. А теперь я звоню. Когда яблони расцветут, я приду к тебе с цветами. И посмотришь в окно, я уже тут стою с босыми ногами. Ты скажешь, как хорошо, что ты пришел с цветами. Но вот я только не пойму, что с твоими ногами. Ах, это роса! Мои замочила сандалии, тебе твои глаза блестят, как время дали. Как жизнь останется, всем девчонкам нравится. Чудо и цветы дари, красивый и не расслабиться. Молодцы, друзья! Большое спасибо! Спасибо! Фитнес, велотренажер после карантина. Надо форму. Все хорошо. Вот так. Следующую песню посвящается Людмиле. Именинница. Называется она «Молдаваночка». Я вот когда Иру приехал в Молдову, с Грузии приехал. Такой грузин был, сейчас просто пластическая операция. Я Иру видел в Молдове и сочинил песню «Молдаваночка». Так что сейчас беремся за руки и делаем молдавскую, настоящую. Хору! Хору, да. Фрэнк.
А потом Костик придет к Молдаваночке. Все нормально, все хорошо. Ой, что сейчас будет? Ой! Давайте сами. Соединяемся. Накрыть богатый стол. Эй, мы там утро остались, ты как слышишь, не спеша, я косяк, быстрая на дно, хорошо. В эту ночь моя душа с творением затерялись. И чтобы счастье удержать, мы готовы убежать. В ответ моим глазам ты поцелуй дари. Не узнав еще имен, я без памяти влюблен. И готов сойтись с ума, а взглядом это что мы в этом день рождения приезжает модный токер. И что вы делаете? Вы нам поем. Ничего не говори. Ты же видишь изнутри. Любовь за нити тянет гол. И мы встречаем мы рассвет красоты прекраснее, чем видеть всему. Утро по молоку. Обещание даю. Не предам, не разлюблю. И тепло свое дарю. Прекрасный Молдаванки и твоя. Любви пылает, а не продумани. Губы Молдаванки, и я заставлю взглядом. Меня пытает и не отпускает. Голос Молдаванки, губы застыли. Ну что, у нас остался Константин, да? Да. Вы как, готовы? Не устали еще? Нет! Точно? А где у нас Константине, у нас камаша в пяти.
должна быть последняя песня, уже и предыдущая уже должна была быть последняя песня. Но все-таки, знаете, хочется спеть такой медлячок сейчас. Под коньячок. Медленный. Да-да-да, под коньячок. Не знаю, как под коньячок. Но хочется, чтобы уважаемые мужчины пригласили замечательных женщин на медленный танец. Потому что следующая песня, которую мы с Сережей исполним, называется «На лучший сын и дочь». У вас есть сын, Вова, мы уже познакомились. Отличный парень, молодец. И... Я желаю, чтобы ваш сын, самое главное, конечно же, был здоров. Самое важное для родителей. И у нас, я знаю, что у вас один сын, у нас трое уже деток. И, спасибо! Самая маленькая у нас полгодика. И знаете, самое главное, конечно, когда наши дети просто здоровы. У вас уже большой сын. И я желаю, чтобы в жизни обязательно тебе сопутствовала просто удача. Рядышком были только хорошие, хорошие, верные, добрые друзья. И чтобы обязательно все твои мечты исполнялись. Дай Бог. И эта песня... У нас еще и выпускник 12 класса. Да? Так тебе повезло в этом году. Ты не будешь бакалавр сдавать. Слушай, вот это да. У нас двойной праздник. Супер просто. Есть какой-то плюс от коронавируса. Да, есть плюс. Нет, очень, кстати, много плюсов. Если бы не коронавирус, мы бы сегодня бы здесь не выступали, на самом деле. Ну, вот видите, значит, нам повезло тоже. Нам всем повезло, в общем. Так вы сидели дома? Да. Не, может быть, поговорим это не в эфире Фейсбука. Вы знаете, хочется песню спеть именно для вашего сына. И у кого есть слышать детки, вообще мы все являемся чьими-то детьми. У нас есть мамы и папы. Самое главное, конечно же, и нашим родителям просто здоровье. Я хочу, чтобы уважаемые мужчины не стеснялись и приглашали женщин на медленный танец. Песня «Лучший сын и дочь». Когда все кажется невыносимым, выноси только одни тени. И нам больше вам не надо. А третий у мамы под сердцем. И если что, мы всегда будем рядом. Мы все для вас, нам ничего не надо. Летите в миг, спешите жить, цените каждый прожитый миг. И расставайтесь вы с мечтой своей. Самый лучший сын только у меня. Есть тут пять причин. Чтобы любить тебя, самая лучшая дочь.
счастливы. Мир вашему дому, гармония и всего самого доброго, самого наилучшего от нас с Сережей. Тоже, кстати, муж и жена по совместительству. Да. Да? Знаете, как сами говорим? Группа Луми. Пентру Луми! И поем последнюю песню. Прощание, сын. Не-не. С днем рождения тебя! С днем рождения!